Реальная жизнь такова, что вот ты учишь, и эти знания необходимо применить в реальные задачи у реального бизнеса. Диплом, на самом деле, вот этот вот государственного образца, это там некоторый такой артефакт из прошлого. То есть если мы возьмем вот эти современные диджитал-профессии, если я доучился до UX-дизайнера, то для того, чтобы пойти работать на хорошие деньги, мне не нужен государственный диплом. То есть они берут меня просто по тестовому заданию и портфолио. Профессии появляются достаточно быстро. Это какие-то новые прогрессивные профессии. И университеты не успевают под это подстроиться. Все ускоряется, бизнес ускоряется, прогресс ускоряется. И в том числе образование тоже должно ускоряться. Мы запускали незначительное, тогда еще незначительное количество курсов, и, конечно, для каждого курса нужен был свой лендинг. И я помню, что мы решили просто попробовать Тильду, потому что на верстальщиков уже совсем нет времени. И именно тогда произошло вот это чудо, что мы поняли, что мы можем там за неделю собрать лендинг с нуля под ключ там до итогового отображения в браузере, при этом работала там мобильная версия, вообще все работало, кнопки были симпатичные и так далее. И все это делалось одним дизайнером. То есть мы просто сократили сроки раза в 4. Индустрия не стоит на месте, постоянно меняется, нужно упрощать многие вещи. И как раньше верстать огромные лендинги нет смысла. И в этом плане Тильда очень облегчила нам эту задачу делать что-то быстро. Современное образование, в том числе онлайн-образование, это прямая доставка знаний от экспертов к непосредственно учащимся. И специально для этого там, мы берем настоящих заказчиков, они нам дают задачу, и наши студенты, каждый по отдельности решает эту задачу и представляет этот дипломный проект. И, соответственно, лучших ребят они трудоустраивают к себе. Человек должен уметь подстраиваться, наверное, под какие-то реалии, под среду, под востребованность. Все зависит от самого человека, от целеустремленности. Но получив именно нужные скиллы и совместив это с целеустремленностью, можно достигать каких-то крутых показателей.